Вторая модель данной группы – Enno 360. Ключевое отличие данной модели от Neo 360 состоит в том, что данное автомобильное кресло можно установить во всех возрастных группах как при помощи штатного ремня автомобиля, так и при помощи Isofix и якорного ремня. Это делает модель абсолютно универсальной не только с той точки зрения, что она подходит для детей всех возрастов, но и с той точки зрения, что данное автомобильное кресло можно установить практически в любой автомобиль. Еще одно отличие Enno 360 от Neo 360 состоит в том, что подголовник регулируется по высоте в 10 положениях вместе с высотой пятиточечных ремней.